Всем привет! Сегодня мы будем проводить прослушивание в качестве комбика радиоприемника Альпинист 418. Вот он очень как бы пошорканный. Кажется, его долго юзали, но когда я его разбирал, чтобы подключить штекер, вот он сюда очень хорошо вписался вместо наушников, вместо разъема наушников. Когда я его разбирал, вот здесь вот были обе пломбы целые. То есть никто, кроме радиомастера, туда, видимо, не лазил. А, вот это у меня рекордер. И на него я тоже буду записывать. Качество хорошее, кстати, пишет. Вообще сила. А, гитара. Вот только с гитарой у меня там самоделка. И датчики самодельные. Поэтому дерево-то здесь хорошее. 20 лет примерно липа. А вот датчики самодельные. Тут вообще ферритовые магниты. А это хамбакер. Тоже, уж я не помню, как я его делал. Ну, хамбакер-то нормальный. Но гитара-то, конечно, хорошо было бы иметь для этих дел эталонную какую-нибудь. Ну, это вот на всякий случай Бикмув Фуз. Фузик. Ага. Ламп. Здесь вот, значит, последовательно блока питания будет включен резистор на 2,2 кОма и лампочка на 1 вольт. Если сгорит, то надо 2,5 надо ставить. Ну так, на всякий случай. Вдруг это будет эмулировать посадку кроны на этих, на перегрузе, на громких звуках. Так, а вот такой будет блок питания. А если слабый еще ставить, я А вот такие у него внутренности, у этих блоков питания. Здесь вот очень грамотно разделена сетевая обмотка и обмотка понижающая. Тут вот между ними перемычка довольно-таки толстая. Если что-то будет греться, искрить, то вряд ли что-то вообще повредится. Разъединение тут грамотное. Вот это 12 вольт, 100 миллиампер. Я его пробовал подключать, вообще звука никакого нет. Видимо, не тянет, что ли. Так что я его так, чтобы хотя бы посмотреть, что там обмотки очень грамотно разделены. Но мы его отбрасываем. И будем испытывать помощнее. Вот этот вот. Этот 9 вольт и 500 миллиампер. Угу. 500 миллиампер. И хватит. Так, ну ладно, сейчас я тут все поставлю. Так, сейчас винтаж комбач Альпинист 418 Deluxe, просто от кроны. Для квартирников очень даже вполне.
высокие частоты на гитаре. Итак, испытание комбика Германии 404 Винтаж Альп 418 Делюкс продолжается. Торжественное испытание. Ага. Всякий случай, еще хороший звук пишу. Так, сейчас мы пробуем не от кроны, а от блока питания. Включаем его. Берем самый дорогой медиатор. Скромный, хоть без скромный. Компьютер еще немного шумит. Это резистор я выкручиваю, увеличиваю, сейчас уменьшаю. Самодельщина. Основной тон гармоники. Гармоники.
это я хотел на чем скрипит. Сейчас еще раз, у меня тут осечки сплошные с этим видео. Так, питание через блок питания. Девять вольт через переменное сопротивление, проволочное 2,2 кОм, и лампочку 1 вольт накаливания. Так. Если сопротивление увеличивать, то подсаживание пряга то есть, тут можно поймать, если поставить сопротивление на 500 Ом, например. Если бы знал, что вот он будет так вот, как бы
грязь у нее будет, запор. Я бы лучше испытывал со своим старым проверенным, вот этим альпинистом. 405. Этот 418, этот 405. Это вот звук. И корпус как будто бы поглубже. Ну ладно уж. Это такой канителью оказалось, что, блин, уже неохота мне этим заниматься.